Дамы и господа, вас приветствует канал Ростиксона. Сегодня расскажу вам, как обменять криптовалюту на рубли. Есть много способов, как это сделать, но в этом ролике мы поговорим о самых надежных. Также речь пойдет о мошенниках и как же не попадаться на них. Ну что, начнем? А перед началом ролика переходите в телеграм-канал Ростиксона. Там ежедневно он публикует новости из крипты, делится своими мыслями и все, что он делает, пишет это в телеграме. Заходи, там много что интересного. Тем более, на этом еще можно заработать. А также, в описании будет ссылка, по которой можно будет зарегистрироваться и получить максимальную и вечную скидку на Gate.io. И первый способ обмена – это через сайт BestChange. BestChange – это не сам обменник, а мониторинг всех обменников, которые производят переводы и выводы. В интернете существует множество обменных пунктов, и каждый из них устанавливает свои курсы обмена, постоянно их корректируя. При этом даже самые известные обменники не всегда имеют хорошие курсы и необходимые запасы валют. BestChange подскажет, как менять деньги с минимальными потерями на комиссии и времени. Отметьте, какую валюту вы хотите отдать, а какую получить. Мониторинг подберет подходящие обменные пункты и акцентирует их по курсу. Остается только перейти на лучший обменник. К вашим услугам доступен калькулятор, подробная статистика о курсах и резервах. Если текущие курсы вас не устраивают, воспользуйтесь функцией оповещения. Задайте свои условия и получите сообщение о подходящих курсах. Следующий способ – это через P2P торговлю на бирже Gate.io. Для того, чтобы приступить, нажимаю на вкладку P2P торговля, и перед нами открывается панель. Здесь мы можем как купить криптовалюту, так и продать. Еще раз напомню, вся эта торговля осуществляется напрямую между пользователями, а биржа Gate выступает в качестве посредника и следит за тем, что все правила P2P торговли были выполнены. Нажимаем вкладку «Продать» и в этой строчке выбираем биткоин или другую криптовалюту, а также вписываем размер количества, которое мы хотим продать. Далее снизу сразу автоматически появится сумма свопа. В разделе «Способ оплаты» выбираем тот, что вам больше подходит, например, в моем случае банковская карта. И нажимаем на кнопку «Покупка с нулевой торговой». Как мы можем увидеть, у нас вылезает ошибка, где написано, что сначала нужно привязать карту. Привязываем карту Gate.io и продолжаем продавать свои биткоины. Давайте также поговорим о мошенниках. Мошенники всегда ищут новые способы похитить деньги пользователей. Наблюдаемый в последние годы массовый рост использования криптовалюты создает огромное количество возможностей для мошенничества. Существует множество видов криптовалютного мошенничества. Поддельные сайты. Мошенники иногда создают поддельные платформы для торговли криптовалютой или фальшивые версии официальных криптокошельков с целью обмануть ничего не подозреваемых пользователей. Доменные имена поддельных сайтов, как правило, похожи на доменные имена сайтов, которые они пытаются имитировать. Их отличие от легальных сайтов настолько незначительны, что их сложно распознать. Поддельные криптовалютные сайты часто работают одним из следующих способов. Целью криптофишинга часто являются данные онлайн-кошельков. Например, закрытые ключи криптокошелька, которые необходимы для доступа к средствам внутри кошелька, это вид мошенничества, аналогичен другим фишинговым атакам и связан с описанными выше поддельными веб-сайтами. Злоумышленники отправляют электронное письмо получателям, которое предлагает перейти на специально созданный веб-сайт и ввести данные секретного ключа. Как только злоумышленники получают эту информацию, они крадут криптовалюту в этих кошельках. Поддельные приложения. Еще один распространенный способ обмана инвесторов криптовалюты – это поддельные приложения. Доступные для загрузки в Google Play, Apple Store, такие приложения быстро обнаруживают и удаляют. Однако они все равно являются причиной убытков для многих инвесторов. Тысячи людей скачивают поддельное приложение для работы с криптовалютой. А на этом у меня все. Выводите крипту из проверенных и надежных сайтов, что доказали свою надежность в течение многих лет.
Также, если вам понравилось данное видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо большое за просмотр, всем удачи, всем пока!